это такое, Дима? Что это такое? Идем сюда, Дима. Дима, садись сюда. Садись попочкой своей. Сладкой, садись. Ты не знаешь, что это такое? Ты знаешь, что это стул, да? Ты знаешь, что это стул? Садись сюда. Да. Проходи вот так вот, вот, проходи. О, смотри, у тебя теперь свой стул есть. Вот, сиди. Ой, да он у тебя большеватый. Какой стол у Димочки. Да? Буковками, смотри, какие буковки. А тебе известно, какие буквы? Покажи. С тобой же баба учила буквы? Или ты не дотянешься? Какой стол со стульчиком у Димы, да? Да? Что там Дима рисует? Что рисует Дима? Ой, ты уже мимо съехал, да? Ну нет, нет, не переворачивай. Зачем ты бросил? А? Какая у тебя, Дима, красивая. Тут вот буковки у него. Буковки. И карандаш бросил. Буковки. Где буква А? Дима, ты с бабой учил ее? Или ты визуально только кубик помнишь? А? Где буква А? Не покажешь мне ее здесь? Ты будешь слазить? Ух ты! Сам слез, смотри-ка. Ага. Эх ты, господи. А залезешь сам? Аккуратно, аккуратно. Аккуратнее, возьми аккуратно его. Не за лист его надо брать, а за серединку. Ай-яй-яй, ну ты чего? Взял и бросил. Ну поднимай, поднимай. У Димы появился свой стол. Давай, давай, слазай. Не упади только мне. Тут. Опа, опа, опа. Вот. Поставили его в уголочки. Ну давай, давай, разрисуй мне тут все. Садись обратно. Дима, покажи всем, как ты сидишь за столом. Посидел уже Дима. Порисовал. Вот что-то рисовал. Я немножко тут уже порисовала. Такой вот стол. Вот такой стол. Алфавит здесь вот. Как читать, как выглядит, то есть буква, как она читается, как пишется, и маленькое слово. Вот. Здесь какие-то еще вот буквы. Здесь, я так поняла, можно маркером, наверное, писать. А цвета также. И тут считать. Ну, стоечек. Вот такой вот стол. Самый обыкновенный. Около зеркала поставили. Ну, пока здесь. Вот. Давай карандаш мне. А, какой у тебя беспорядок, а?
Убирайся, мама хочет полы сегодня мыть. Отдай. Отдай этот карандаш несчастный. Вот. Рисовать не хочешь, значит нет карандаша. Здесь, кстати, вот висит, видите, простынка. Это я под доску. А Диме сделали доску. Положили под матрасик. И чтобы он туда не лазил, вот я под эту доску заправила эту простыночку. А, немножко все висит там. Но, тем не менее, он теперь не лазит, он не трепещет. Чит, этот несчастный матрас. Вот, и также подушечку Димы. Но она уже давно появилась, особо незаметно тут. Вот, чтобы ничего там не двигалось, потому что, сами помните, наверное, у меня простынка вечно. Вернее, у Димы вечно простынка убегала. Да, убегала у тебя вечно простынка. Ну,